Привет, Алла. Привет. Где ближайший многофункциональный центр? Нашла разные варианты. Ленинградская, 36. Ленинградская, улица, 36, найдена на картах. Знает об окружающем мире, и о нас порой больше, чем мы сами о себе. Телефон следит за каждым моим шагом, считает их количество и точно знает, где я нахожусь. За человеком в сети тянется цифровой след. Запрос в интернете, фото в соцсети, комментарии и объявления на сайтах. Любое движение запоминается и используется. Например, для контекстной рекламы. Цифровые отпечатки собирают и исследуют организации, занимающиеся онлайн-опросами. Социальные медиа используют данные цифрового следа, чтобы понять личные интересы пользователей интернета. По профилям в соцсетях можно составить психологический портрет. В таком эксперименте согласилась поучаствовать моя коллега Ольга Алексеева. Человек публичный и открытый и в жизни, и в соцсетях. Так как я еще занимаюсь дополнительно, кроме как работы на телевидении, веду мероприятия, соцсети для меня нужны в первую очередь для, наверное, рекламы своей работы. Я хочу, чтобы обо мне думали, что я успешная, уверенная, воспринимают меня как, ну, мне кажется, как я хочу, так и воспринимают, в принципе. Как мне кажется, что я молодая, уверенная в себе, активная девушка, которая и успевает и на работе, и дома, и вести мероприятия. Вот. Ну, вот такой вот образ вот, девушки современной. Каждый видит что-то в этом свое. И, конечно же, я не последняя инстанция. Угу. Ну, вот то, что я вижу, я вам расскажу. А стиль вашей одежды, цветовая гамма, она однотонная? Нет? И та одежда, которую вы предпочитаете одевать, она несколько однотипна все-таки в вашем выборе. И это вот как раз и говорит о некой консервативности в вещах, в отношениях, возможно. В то же время открытая верхняя часть, которую вы так любите, да, это как раз вот говорит о том, что вам нравится привлекать к себе мужское внимание, держать открытые плечи. Ну вот некоторые позы, где вы закрываетесь руками, скрещиваете ноги. Это говорит о том, что все-таки вы скрыты для мужчин, для дальнейших каких-то отношений. То есть вам нравится само внимание, но не продолжение этого. У вас очень много здесь фотографий, касающихся работы. И ваши фотографии, они в последнее время стали чаще выкладываться. Видимо, вы сейчас больше активны именно в работе. Есть здесь и детские фотографии. Я так понимаю, что вы мама двоих деток маленьких. Ну, видимо, в работе вы сейчас в данное время уделяете гораздо больше времени, чем детям. Дело не в том, что сейчас работа. И работа, и, конечно, появилась, учитывая, что я вышла на работу на полдня. Но я как-то поменяла свои отношения. Когда я поменяла свою страничку больше на рабочую, я поняла, что в личной жизни хочу немножечко убирать подальше, и детей прячу немножечко со стороны взгляда. Но иногда вот так вот хочется, вот такое проявляется, все-таки такое честолюбие, наверное, хочется сказать, что у меня еще есть дети. Когда люди выкладывают в социальные сети откровенные фотографии, это по-разному воспринимается разными людьми. Откровенно там какая? Где вы после спа-салона, я так поняла, ну, где-то то там у вас есть романтические такие фотографии, фотосессии. Ну, спа-салон там в халате, я скажу. В халате, но там на показ у вас выставлена ножка. Ну, это мой, да? Да, это ваш имидж такой, возможно. У меня, конечно, есть более откровенные фотографии с того же места, но я выложила ту, которая, по моему мнению, допустима, в пределах там допустимого. Она как бы привлекает внимание, но в то же время не раскрывает там какие-то обнаженные. Вы себе позволили вот такую фотографию выложить туда. Другое дело, что как воспринимают вас, например, мужчины и женщины, глядя на ваши посты. Мужчины могут своеобразно понять этот жест, потому что чаще всего люди, когда смотрят фотографии других, они видят то, что они хотят в этом видеть. Вот. Об этом нужно все-таки помнить, и когда вы выкладываете, вы спросите себя, а для чего я это выкладываю? Вот. А стоит ли это выкладывать?
Может быть, это оставить в семейном альбоме для любимого мужчины, для родителей, для детей, для себя любимой. Стоит ли это выставлять на показ окружающим? Потому что то, что попадает в соцсети, оно уже остается там навсегда. Мы с вами говорили о том, что вы довольно-таки открытый, общительный человек. Но вот в некоторых фотографиях, мне кажется, что вы выглядите несколько молчаливы и несколько задумчивы. Возможно, есть какая-то внутренняя печаль, вот, которая тоже вот, присутствует в вашей жизни. Это тоже вот, видно в фотографии. Вот некоторые фото, например, вот такие вот. Я задумчивая. Есть вот что-то такое. Здесь я наоборот, мне кажется, заигрываю. Да? Может, у меня вот. А вот видите, как воспринимается? Воспринимается, да, но фотография. Получается. Вам кажется, что вы заигрываете? Здесь я просто, да, здесь я привлекала просто внимание своим видом. Да. Ну вот еще по вашим фотографиям хочется сказать, что все-таки вы человек с высокой самооценкой. И в то же время вам важно не столько, скорее, я бы сказала, само внимание привлекать и быть активной. Вы больше, скорее всего, ждете, чтобы к вам обращались. Я бы вам порекомендовала разделить ваши странички, возможно, сделать их несколько. Есть закрытые аккаунты, которые могут быть только для друзей, для семьи. Есть открытые для общего доступа, которые будут, например, про ваш профессионализм. Все-таки разделить. Я думаю, что да. И тогда уже не возникнет каких-то вопросов, на которые вам не захочется просто тратить время отвечать. Такое тоже, кстати, бывает. Хорошо, спасибо. Впрочем, профиль в соцсети и человек в реальности. Совпадение не всегда те 90%, как в случае с Олей. Все понимают, что без телефона все-таки, без социальных сетей. Потому что там же не только ты говоришь о себе, ты узнаешь много нового. Я просто отключаю иногда свои, как бы, можно сказать, мозги свои отключаю. И просто отдыхаю, просматриваю ленты других людей, смотрю, что они, ну, в принципе, что купить, что поесть. То есть всю информацию можно найти не только там просто на просторах интернета, а и в социальных сетях тоже. А какое самое полезное приложение в вашем телефоне? Самое главное приложение у меня это... приложение, которое открывает все документы. Word-документы, Excel-документы, вот так. Мне нужно это по учебе. Книги, вот это вот тоже самое полезное. Ну, я чаще пользуюсь, сколько я километров прохожу. Вот это я люблю смотреть. Да, это я, этим я пользуюсь. Стоишь на беговой дорожке, бежишь, смотришь. Ага, молодец, 20 километров пробежала. Ну, мне вообще важна камера, важно, не знаю, звонки, сообщения, ну, интернет, конечно, тоже. А по приложению я часто так не могу сказать. Ну, приложение в интернет я захожу через... Ну, я сижу ВКонтакте больше всего и, ну, Ютуб, что-то полезное там для ребенка, видео, мультфильмы. Ну, в принципе, я почти больше ничем не пользуюсь. Нет, я телефоном редко пользуюсь. Звонить, написать и все. Это мессенджер Viber. Наиболее использую у меня телефон. Viber, Instagram. Да. Ну, ВКонтакте тоже есть, но больше Viber вообще есть. Положение в Сбербанке, хорошо, то, что там проверяешь деньги, куда что нужно оплатить, это все быстро происходит. Это очень удобно, время экономит. Я и так и Яндекс смотрю там, и Яндекс такси, и пробки, все такое, там интересуюсь тоже. Как навигатор. Часто, потому что я езжу часто по городу, и как бы самая оптимальная программа в моем телефоне – это построить маршрут от одной точки в другую. Ну, сейчас мой транспорт. Потому что не знаешь сейчас, какой транспорт куда едет. И чтобы узнать, захочешь приложение, там все понятно. В топ-3 моих полезных приложений тоже входит умный транспорт. Он как карманное табло движения транспорта. Красные значки автобусы, желтые маршрутки, голубые троллейбусы. Отсеять ненужные поможет фильтр. Мне, чтобы доехать до многофункционального центра, нужны 1-й и 4-й троллейбус, подойдут 7-й и 15-й автобус. Стрелка в правом нижнем углу определяет мое местоположение.
бывает, что в приложении маршрутка не отображается, а в реальности приезжает на остановку. Все дело в GPS-трекерах. Ими оборудован не весь транспорт. По моим наблюдениям, чаще всего такое бывает с маршрутками и автобусами. Но это скорее плюс, чем минус. Цифровизация. Она присутствует повсеместно, даже это электронная очередь. Выбираешь услугу, получаешь талон и ждешь оглашения твоего номера. Посетителей целенаправленно распределяют внутри организации, при этом получая информацию о наиболее востребованных услугах и время их оказания. Ожидание очереди скрасит верный карманный друг. Но нет, листать сторис в инсте я не буду. Разомну извилины. Поехали. Один. Два. Где два? Два. Три. Три. Четыре. Пять. Шесть. О, я ее потеряла. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 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 Где десять? Одиннадцать. 11, 12, 13, 14, 16, еще немного, 16, 17, 18, 19, 20, почему-то не там. 20, 21, 22, 23, 23, 24, 24 и 25. За паспортом в паспортный стол, за оформлением собственности на квартиру в Росреестр, беготня по госучреждениям и длинные живые очереди уже в прошлом. Чтобы не обременять заявителей какой-то беготней по ведомствам, существует понятие межведомственное взаимодействие органов власти, в том числе и МФЦ. Ну, для примера скажу, Регпалата, Росреестр, все документы мы от заявителя принимаем вроде бы в живом виде, в бумажных документах, но отправляем все в электронном виде, чтобы экономить время на оказание услуг. И есть определенные цифры, данные, чтобы для представления услуги, эти данные необходимы. Но их мы требуем не заявителя, а ведомство уже напрямую со своими, скажем так, подрядчиками находит пути взаимодействия. Это называется межведомственное взаимодействие. И опять же, оно не просто по каким-то личным встречам или телефонным переговорам, а по специальным программным продуктам. Иногда бывает даже, что это робот, автомат дает необходимую и нужную информацию. Все больше государственных услуг можно получить вообще не выходя из дома. Сайт госуслуги у всех давно на слуху и в пользовании. О том, что он востребован, говорит пустота. В окне на замену водительских прав посетители бывают крайне редко. Наше окно для замены водительского удостоверения, оно укомплектовано фотоаппаратом, планшетом для электронных подписей, минимум бумажной работы. Все документы отправляются в электронном виде, напрямую в ГИБДД. В среднем каждый день проходит по 4-5 человек. Сегодня до обеда было 2 человека. Чаще люди пользуются порталом государственных услуг, самостоятельно отправляют свои заявления, пользуясь выгодой, скидкой 30%. Та же пустота и в кабинете на оформление загранпаспорта. Подавать документы через сайт – экономия времени и, кстати, денег. Правда, есть один нюанс. На сайте госуслуги нужно зарегистрироваться и подтвердить личность. А вот для этого все-таки придется посетить МФЦ, пенсионный фонд или МВД для подтверждения личности. Забыть про старые курьерские, как почтальон с сумкой на плече, понес документы – это все должно уходить, конечно, в прошлое. Новое коммуникативное общение, передача по защищенным каналам связи необходимой информации, электронные подписи, подтверждение своей личности не только, может быть, дрожащей рукой подпись, а и применяя современные электронные способы. С цифрами
овощами, как с картошкой фри, не переусердствовать, а то перенасыщение. Поэтому специалисты рекомендуют соблюдать диету – цифровую. Ну, во-первых, действительно, поток информации огромный. А что такое поток информации? Он перегружает центральную нервную систему. Когда человек находится очень много в этих сетях, он как будто бы утопает. Когда человек окунается туда, он тратит очень много времени. А время – это тот ресурс, который не возвращается никогда, никому, нигде. Помочь отдохнуть от бесконечных назойливых смс-рассылок и уведомлений помогут личные правила без телефона или полезные сервисы, как говорится, клин клином. Режим «Экранное время», приложение «Freedom» или программа «Forest». О них поговорим и их испытаем в следующей программе «Цифровой код».